Друзья, всем привет! Вы на канале «Мужские интересы», с вами Роман. Выбрался я сегодня покопать и пришлось вернуться домой, потому что получил извещение в почтовом ящике, что нужно получить на почте посылку. Получил посылку и ахнул. Это подарок. Прислали мне вот такую картину, или панно, или даже не знаю, как его назвать правильно. Вот она шириной. Но я сделаю, наверное, отдельный обзор этой картины. Прилеплю ссылки там всякие возможные, кто ее изготовляет. В общем, можно будет заказать, грядут праздники впереди. В общем, такая красота, смотрите. Вот, как клад в земле. Все натуральное, кроме монет. Монеты изготовлены, так скажем, из гипса, ну, покрашены, сделаны, короче, под старину. Но выглядит все вот как настоящее. Не знаю, как вам передают камеры. Повторюсь, сделаю отдельный обзор на эту картинку. Может, будет кому-то интересно. Выполняет мастер любые монеты, я так понял, любое вот это вот все. Как вы видите, как вы ему объясните, так и сделает. Подарил мне это не мастер, и это не для рекламы, как бы. Подарил мне друг. Но решили мы с ним сделать такую рекламку для мастера данных картин. Так как у человека руки из нужного места, красиво все выглядит, почему бы не сделать, так сказать, рекламку ему. Вот, красота, рад. Не знаю, сколько по цене, сами понимаете, подарок, никто цену не называл. Но я в шоке, красиво смотрится, повешу на стену, антуражно выглядит, конечно. В общем, как-то так. Ну, а я не буду терять времени, лечу на поле и встречаемся там. Так, первая находочка сегодня, и уже отличная, так скажем, приятная находка. Это перстяк. Перстяк старенький. Ну, камушек выпал. Вот. В патинке. Красивый, старинный. Идем дальше. Ну вот, у Лёни выпала сейчас копейка 24-го медная, а у меня, вижу, пятачок, но уже не медный. Ранний, 31-й год. Вот. Так, выскочила накладочка такая интересная. Не знаю, петлица это или что. Вот такой топор и якорь. Вот, красота. Зацепчики только отломаны. Так целый. Ну, ветруган сегодня. Выпала такая... Была такая вот находка, не знаю, кому интересно, некоторые даже собирают. Вот такой старинный ключик. Ну вот и первая серебрушка, если ее можно назвать серебрушкой. Это видно, солид серебряный. У них проба там не выше 500. Вроде он. Вот. Ну, с почином. Да, ветер не дает сегодня нормально снимать на солнышке. Приходится заступать. Ну вот, рядом с солидом. Тыльник от мужика в приятной патинке в такой. Да, вот она, красота. Друзья, хочу порекомендовать вам проверенный магазин для поисковиков и кладоискателей. Магазин «Металлопошук». Там всегда официальная гарантия, самые низкие цены, бесплатная доставка при покупке МД. Часто проходят акции. В данном магазине вы можете приобрести товар в кредит или в рассрочку. Действует система Trade-In, по которой вы можете поменять старый свой металлоискатель на новый.
Я сам лично являюсь постоянным клиентом данного магазина. Не забывайте про покупки товара в данном магазине. Вы можете назвать промокод моего канала «Мужские интересы» и получите бонус или приятную скидку на покупку. Временно промокод на сайте не работает, поэтому нужно связаться с продавцом, назвать ему промокод, и вы получите скидку. Переходите по ссылке и покупайте только лучшее. Так, монетка выпала. Вот она. Глубоко довольно сидела, но сигналила плохо. Я думаю, что это поздняя советина. Да, 5 копеек. 74-й год. Вот. Позднятина. Так, выпала монетка. Может быть и серебро. Тоненькая какая-то. Зазвенела ярко, как медь. Может, копеек какой. Да, наверное, не серебро. Полушка, что ли, убитая. Ну, какой-то какалик, короче, не видно ничего. Так, выпала пломбочка. Хотел не показывать, но почистил, протер. Смотрю, прикольно, надпись сфокусируется. Вот вверху братья Поповы. Что они делали, не знаю. Торговые, может, такая пломба. Что-то производили. Можно загуглить, посмотреть. КС посредине или что? Братья Поповы. Так, выпал кругляш зелененький. Может, хоть что-то будет в сохране. А, это деньга. Ага. На солнышке показать. 8-й. 48-й или 38-й. Сейчас притру посмотрим. Как могу от ветра закрываю. 1748 вот такой еще. В сохране неплохом. Деньги. Так, нас уже трое здесь ходит. Еще откуда-то камрад пришел. Пятачок у меня выпал. Чистенький, красивенький. 29-й год. Вот. Так, у Леника вот находка. Мы думаем, что это от галстука зацеп вот этот. Серебряный. Вот они, клейма. Вот такой он. Серебро. Так, находочка и снова монетка советская. Хотя здесь от КР СССР. Период 30-й. 1930-й. И снова желтый кругляшок. Будем смещаться отсюда. Походу здесь советский домик какой-то стоял. Так, 38-й год. Так, выпала какая-то накладочка. Не знаю, чего и что. Такая вот интересная. И вот такие зацепы. Она может от ремня какого. Так, все, находились, наездились, все находки с первого места были, больше ничего нигде. У Лени колечко, два буратоса, двушка 24-го, пуговица и вот такая серебряная штучка. Кто в курсе, пишите, что. Ну, мы думаем, от галстука. Здесь и клейма есть. Обратно. А, ну да. Вот. Ну и у меня вот такое. Деньга. Такая более-менее в сохранчике. 48-го. 4 пятачка советских. 2 поздних, 2 ранних. Двушечки. Не знаю, какалик какой-то. Вот серебряная. Солит, наверное. Вот. Или крестинка что-то там. Солит, наверное. Пломбочка. Тыльник. Перстенек вот старенький. Накладка какая-то интересная. Не знаю, чего.
от книги какой. Ну и такая вот накладка якорь топор. В общем, находились, налазились. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии. Всем удачи, крепкого здоровья, ну и до новых встреч.